Всех, ребята, приветствую. Сегодня 10 апреля. Завтра в пятницу идем мы в двухдневный поход. В общем, сейчас я вам покажу тот минимум вещей, которые я с собой возьму. Значит, небольшой анонс и как бы небольшое предисловие. Завтра идем мы на старый исторический замок. Рядом с ним протекает река. В общем, завтра посмотрим с вами, вернее, не завтра, а скорее всего в субботу вечером я выложу новое видео. Посмотрим на старый замок. Также будем ловить рыбу. Ловить рыбу мы будем не просто удочкой, а гарпуном. Значит, давайте я вам покажу тот минимум вещей, которые я с собой завтра возьму. Значит, здесь, сразу говорю, не хватает спальника и надувного коврика, на котором я стабильно сплю, чтобы не простудиться. Итак, давайте рассмотрим те вещи, которые я с собой возьму. Начнем слева направо. Значит, нож Кондор. Завтра я проведу ему тесты для вас, потому что уже неоднократно и давно обещал. Значит, уже незаменимый мой нож Занкоду. Небольшой камушек для правки моего ножа. Беру с собой пистолет-арбалет. Это для него здесь лежат стрелы, тетива, дуга. Значит, завтра будем ловить рыбу с помощью этого арбалета и гарпуна. Завтра вам покажет мой брат мастер-класс, как можно словить сама на самодельный гарпун. Значит, дальше идет солнечная батарейка. Или не солнечная батарейка, а солнечная зарядка. Она же Powerbank. После того, как я выложил на нее обзор, очень было много негативных комментариев по поводу, что это фуфло, ничего не заряжает. Ребята, пользуюсь уже 1,5 года, ничего подобного, заряжает отлично. Значит, фляга на литр 900 мг воды. Значит, с этими компонентами я еще не совсем не разобрался. То есть я возьму либо сковородку, либо котелок. Еще решим, какие продукты мы завтра с собой будем брать. Поэтому что-то из этого еще отсеется. Две ложки. Так, дальше это у нас тетива. Три батарейки, одна фонарик. Естественно, сам фонарик. И огниво. Вот, в принципе, это то, что мне нужно для того, чтобы просуществовать автономно на природе. В общем, я что хотел сказать. Давайте, ребят, как бы подтягивайтесь, давайте делайте видеоответы, будем общаться вместе, потому что лично мне тоже интересно посмотреть, кто что берет с собой в поход. Вот, в принципе, анонс состоялся. Ну что, счастливого пути. В субботу, надеюсь, с вами встретимся. Ну и, конечно, посмотрим новое видео, если все будет нормально. На этом все. До новых встреч. Пока.